Руководители социальных и медицинских учреждений, представители некоммерческих организаций и частных компаний обсуждают, как улучшить качество предоставления услуг от государства. Нижегородская область – 10-й регион, где проводятся эти стратегические сессии. Наша инициатива заключается в том, чтобы не просто решения создавались, а они внедрялись. У нас каждая дорожная карта имеет определенный период контроля, мониторинга по специальным коэффициентам, по специальным KPI, да, то есть по показателям эффективности. И в данном случае, то есть, многие регионы уже приступили к решению своих проблем. Для того, чтобы выявить проблемные места, изучаются социальные сети, в частности, комментарии людей. Так можно выяснить и масштаб вопроса. Например, если многие пишут о том, что сложно записаться к врачу или получить то или иное пособие. Так создаются различные блоки жизненной ситуации. Наша задача сейчас создать дорожные карты по каждой жизненной ситуации и отслеживать их внедрение. Самое главное, чтобы люди на себе почувствовали улучшение качества предоставления государственных услуг. Участники стратегической сессии разбиваются на несколько групп по конкретным сферам – медицина, трудоустройство, дети. Поговорить есть о чем. Это еще и возможность посмотреть на работу своей организации другими глазами. Люди, которые работают в системе, они очень погружены в свою работу. Да, действительно, это профессионалы. Да, они на зубок знают закон о занятости населения. Но, как вы слышали, как говорили спикеры, если посмотреть на эту услугу с другой стороны, со стороны потребителя, то открывается немножечко другая картинка. Поэтому мы рассчитываем получить в первую очередь обратную связь со стороны ОСИ, получить вот это вот видение нашей работы со стороны потребителя. Работа стратегической сессии продлится в течение 2 дней. Затем будут выработаны предложения по улучшению соцсферы, вплоть до изменения законодательства. Александр Быков, Валерий Шакуров. Время новостей.